прошлом году бесплатные путевки на отдых на Черноморском побережье получили 17 детей-инвалидов. На отдых управление соцзащиты отправляет ребят в сопровождении взрослого. Санатории специализированные. Там дети-инвалиды смогут пройти курс лечения по конкретному заболеванию – опорно-двигательного аппарата, легочных заболеваний, заболеваний эндокринной системы и других. Хотелось бы, чтобы родители знали об этом, обращались к нам, писали заявление, чтобы мы уже могли знать, какое количество и под какое заболевание нам необходимо приобрести путевок. Все путевки приобретаются конкретно под каждого ребенка. По-прежнему путевки могут получить и дети из малообеспеченных многодетных семей. Их бесплатно направят в лагеря Краснодарского края. Это Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе. А с 8 апреля управление соцзащиты в Сочи запустило уже традиционную акцию «Подари подарок сироте и себе на Пасху». Вот такие вербы желаний расположены в крупных торговых центрах Сочи. На веточках желания детей из детских домов Краснодарского края. Всего таких более 1200. Детские мечты по силам исполнить любому, ведь желания очень простые – игрушки и сладости. Также в торговых центрах организован сбор средств на приобретение подарков этим детям. Акция по всему краю будет проходить до 20 апреля.